Рад вас приветствовать. Меня зовут Максим Лукьянов. Я архитектор, автор проекта «Баня под колпаком», выполненного для дачного ответа в 2012 году. Хочу вам представить очень интересный природный материал «Сурож-камень». Это комбинированный камень, собранный с различных месторождений юга России. Здесь представлен в основном плетняк-песчаник. Вот, поэтому для меня, как для архитектора, было очень интересно работать именно с материалом, обладающим хорошими физико-механическими свойствами, плотность достаточно большой, чтобы обладал морозостойкостью и хорошими геометрическими размерами. Мне этот камень был необходим для реализации экопроектов. Здесь, на Кубани, было реализовано несколько экопроектов. Один из них я вам хочу представить и на его примере показать возможности, декоративные особенно возможности этого камня. Сурож-камень обладает высокой прочностью, плотностью. Плотность камня варьируется от 2 тонн на кубический метр до 3 тонн на кубический метр, в зависимости от размера камня. Также у него очень хорошие прочностные качества и морозостойкость, не говоря уже об его экологичности. Камень замечательно можно использовать в ландшафте для различных идей, связанных с оформлением каких-то ландшафтных комплексов, а также спа-зон. Сурож-камень особенно может быть интересен для реализации проектов, где необходимо оформить цоколь здания, также для архитекторов, которые работают в стиле шале, или в кантри-стиле, или в других экологических направлениях эко-архитектуры для реализации экопроектов. Также этот камень может быть интересен для использования его в сочетании с деревом, потому что именно в сочетании с другими природными материалами, такими как дерево, камыш, гонт, сланец, он приобретает особо интересные декоративные качества. Сурож-камень также может быть очень интересен для строительства различных уличных сооружений, для ландшафтников. Например, уличные барбекю прекрасно из него смотрятся, какие-то беседки, лаунж-зоны, вот, всевозможные лестницы, подпорные стенки. Благодаря его декоративным качествам он воспринимается как первозданный древний камень. В данном объекте мы применили сурож-камень для оформления ландшафтной композиции вокруг спа-зоны банного комплекса. Для этого мы разработали концепцию общую ландшафтную, вот, где определили места расположения непосредственно декоративной стены, водопада, различных ярусов, подпорных стенок, каких-то различных мощений, места для высадки растений. Вот. Затем мы подготовили небольшой такой вот макет, в котором мы смогли представить основные объемы, потому что для этой композиции, поскольку здесь очень длинная такая стена, мы решили применить такой вот архитектурный прием, как создание стены-башни. Вот. Ну и чтобы башня не смотрелась слишком официально, вот, мы решили одну из башен сделать колокольней. Таким образом, мы придали немножко итальянского оттенка этому небольшому такому малому саду, вот, для того, чтобы как бы освежить и создать здесь уютную атмосферу южной стилистики ландшафта. Дальнейшие работы по реализации этого объекта мы сделали более подробный рисунок, где в масштабе определили общие габариты и геометрические параметры для этой башни-колокольни. Здесь вы можете увидеть саму колокольню, башню, портал, проход и место для водопада.
а также место для рекламного щита, где сейчас заняло название «Суворовские бани». Использовано около 18 тонн камня. Камень мы использовали различной фракции, от крупного камня в размере 25 сантиметров по ширине, там, допустим, до 50 сантиметров длины. Вот. Также использовали мелкий камень для того, чтобы немножко сделать более разнообразную кладку, так называемую живую кладку, чтобы она пульсировала, чтобы некоторые камни выдвигались вперед, некоторые были задвинуты назад. Это придает, с одной стороны, живописность кладке, с другой стороны, создает вот это самое интересное ощущение древности стены, что было для нас особенно важно, поскольку мы формировали именно такую романтическую итальянскую композицию вокруг спа-зоны вот этого банного комплекса. Поскольку сурожкамень – это комбинированный продукт, собранный из различных месторождений юга России, я хотел бы продемонстрировать несколько форматов этого камня. Вот наиболее интересный для меня формат камня, формат сурожкамня, вот на линейке обозначенный по 10 сантиметров, то есть вот его размер примерно 30 на 10 сантиметров. Это один размер камня, который можно укладывать самостоятельно, как самонесущую стенку, фактически как кирпич. Вот формат более меньшего размера, камень, который я в основном использую как вспомогательный к тому наибольшему формату, для того, чтобы разрядить кладку и сделать ее более пластичной. Благодаря этому камню мы можем компенсировать некоторые размеры, которые могут не хватать в тех размерах, то есть как бы добавляя вот небольшим камнем, набирая необходимый размер, который формируется более крупным камнем. Этот камень я использую в основном в кладке в сочетании с большим камнем. И размеры этого камня 20 сантиметров на 10 сантиметров, при ширине 8 сантиметров. Все грани этого камня декоративные. Благодаря этому очень большая вариативность использования этого камня в самых разных его сочетаниях. То есть как бы каждая из этих граней может стать лицевой. Кроме небольших фракций, которые я вам показал, есть также очень крупный камень. Вот здесь вы видите камень по длине более чем 50 сантиметров, при ширине 30 сантиметров и глубине камня около 10 сантиметров. Такой крупный камень может использоваться для больших подпорных стенок, для различных композиций, связанных в ландшафте. Этот камень может укладываться вообще без раствора, как топтушки по газону. Поэтому вот на примере этой композиции мы ее вообще сложили без раствора. Эта композиция, если она небольшого размера, в принципе, благодаря уникальной совершенно геометрии этого камня, можно складывать различные композиции без раствора, вот, вместе с сочетанием с различными растениями. Если же сделать какую-то композицию кашпо и изначально продумывать посадочные места для растений, то можно делать интересные какие-то сооружения рядом с офисами, рядом с магазинами, там же располагать вот
разные растения озеленять. То есть таким образом можно сформировать какую-то зеленую зону рядом с какими-то входами, порталами. Или просто вот как мы здесь оформили угол. Экологичности сураж-камня, его очень хорошо можно использовать и внутри, в интерьере, в помещении. Например, небольшие композиции с фонтаном, с растениями. Вот. Хорошо этот камень может смотреться в зимних садах. Я уже не говорю о том, что, конечно же, этот камень замечательный для использования в создании каминов, двусветных каминов, каких-то композиций, связанных с печами, или просто для создания каких-то лестниц внутри помещений. Например, одна из таких вот недавно созданных нами композиций из этого сураж-камня вот мы сделали в чайном домике с использованием фонтана и таких вот различных декоративных растений. В завершение хочу сказать, что этот камень будет особенно интересен для различных эко-направлений в архитектуре, бионика, органическая архитектура. Хочу порекомендовать его как архитекторам, так и строителям для реализации своих идей вот в этом направлении.